красивый мост. Итак, мы сейчас едем смотреть с вами китов. Киты у нас плавают по нашей вот этой вот реке. Только к нам они, конечно, уже не приплывают, потому что у нас все-таки тут пресная вода. А где она соленая, они там как раз плавают. Это 250 километров от нас. Так что нам ехать туда 3 часа примерно. Наш водопад Монморенси, да. Еще и маленький вот тут водопадик, видите? Там большой, красивый, со стоянкой для туристов. Для туристиков вот там вы оставляете свои машины и идете смотреть этот шикарнейший водопад. Водопад, всем еще раз говорю, нужно смотреть снизу, потому что внизу вся мощь воды ощущается. А сверху, ну что сверху, просто куда-то вниз туда вода падает. И все ощущения. Вон там у нас остался мост красивый, который соединяет наш, так сказать, материк и остров. А мы с вами едем. Здесь я вам обещала показать, видите, с видом на реку дома, вот там вот те дома строили с видом на реку, потом еще и многоэтажки построили, тоже с видом на реку. Итак, мы с вами держим путь до китов, ну и, как я сказала, это будет фьорд, фьорд Сагинеи, где плавают киты, и мы едем смотреть, переезжаем через фьорд, перебираемся на переправе, и на том берегу мы с вами садимся в шлюпки, такие лодки небольшие на 36 мест, и едем в открытую нашу реку. Она там достаточно широкая, соленая, солноватая уже, и едем там смотреть, искать китов. Красотища, смотрите, какая тут у нас солнышко утреннее светит, и долину эту подсвечивает. Здравствуйте, так далеко, красиво видно, а воздух-то еще прохладный у нас. Красиво долина виднеется. Здесь прям есть площадка, где можно остановиться и полюбоваться этими горами, полями, холмами. Едем, сами себе тут подпеваем. Туда у нас дорога уходит, видите, впереди. А вы так как будто с нами едете. Вам показываем, чтобы вы были тоже в курсе дела, что у нас тут происходит. Поля, деревенские домики, деревни справа, деревни слева. Мотоциклисты навстречу проносятся. Они, правда, какие-то не настоящие тут. Ездят с полным соблюдением правил и скоростного режима. Не превышает. Мы уже привыкли, да, что если едет мотоциклист, то он и просочился куда-нибудь. Между рядами. Да, и не видно ее. В общем, будем держать вас в курсе дела, что у нас тут дальше будет. Итак, друзья, видите, мы забрались на высокую точку. Даже стоит отметка 740 метров над уровнем океана. Мы с вами находимся над уровнем моря. Такая вот высокая точка у нас здесь. Такие горы. Спрашивают, высокие горы? Достаточно высокие горы. Вон леса непроходимые стоят. Это массив Шарлевуа называется. И мы с вами держим путь дальше. Решил еще разочек включить, чтобы вы посмотрели, и я посмотрю вместе с вами. Видите, какие там горы, долины голубые. Как в мультике Лила и Стич, где она говорит, это мой голубой период. Видите, голубые дали. Класс. Я точно так же голубые горы снимала, когда мы из Альп уезжали. Помнишь, мы дали? Такие же голубые дали стояли. Смотрите, еще какие дали. В настоящих горах сегодня с вами находимся. Вот там река виднеется. Офигеть, как красиво. Лес. Здорово, да? Смотрите, как дорога проложена сквозь скалы. Ну, конечно, тут уши меня постоянно закладывают. Тут такие перепады. То вверх, то вниз. Класс, смотрите, как гора высокая торчит. А мы сейчас туда едем, да. А я, знаете, что заметила? Что мы вот здесь едем, и у своего
своих домиках, где частые дома стоят, попадаются деревенские, у них цветет сирень еще. Сегодня у нас 20 июня 2021 года. И 20 июня, да, уже давно у всех сирень отцвела, а здесь она еще цветет. Это я к тому говорю, что те, кто хорошо учил географию, те знают, что например, нашей страны, России, у нас тоже весна проходит по-разному. У нас в нашей средней полосе, где Москва находится, сирень в мае цветет, а если двигаться дальше в сторону к Японии, да, перемещаться, то будет на месяц позже цвести сирень, на месяц позже идет таяние снегов, и на месяц позже приходит весна. То же самое и здесь происходит. Если мы будем с вами смотреть у нас, наш вот климат, где мы сейчас едем, в Квебек-Сити, это Квебек-Сити, провинция Квебек, вот, и мы сейчас едем в сторону севера тоже, 250 километров от Квебек-Сити. И здесь у нас весна приходит тоже на месяц позже. Она приходит в июне. То есть май в июне. Не весна приходит, а цветение сирени приходится на июнь. И у меня вот недавно совсем отцвела сирень. Отцвела уже. Даже гибридная отцвела сирень, которая цветет позже. А здесь, вот как видите, еще прям самая настоящая обычная сиреневая сирень только цветет. То есть еще севернее, еще позже это происходит. А если мы с вами будем двигаться в сторону Калгари-Ванкувера, то там сирень цветет гораздо раньше. Смотрите, какой у нас тут вид появился. Боже ты мой, красота какая на реку, видите? Да, спите, смотрите, видите, какой вид. Там, видите, остров посередине, мы туда ездили, это называется остров Кудр, Чирявый. Не-не-не, мы сейчас мимо проезжаем. Так что, если двигаться в сторону Ванкувера, то мы двигаемся в сторону Китая и Японии, а, как всем известно, в Японии приходит весна гораздо раньше, чем в Москве, то есть она приходит не в марте, весна начинается, а в феврале у них. И поэтому естественным образом, климатически, там цветет все раньше, на месяц, на полтора. Смотрите, какие веселые горы, как у верблюда, да? Горбы у верблюда. Там тоже такие же. Проехали мы тут эту деревушку, увидели бычков, коровок и маленьких телят в большом количестве. Вот они, видите, так обозначается у них ферма. Ферма направо, ферма налево, а это, между прочим, виноградники. Овощехранилища у них такие. Доехали $7 за корзиночку. Но это дорого. Что-то дорого. Большая корзиночка. Ну, не знаю. Дороговато. Хотят, видимо, отбить все, что потерпели в виде убытков в прошлом году, да? А может, корзиночки, прав Михаил. Может, корзиночки рознь, может, там корзиночки. Смотрите, большие. Интроверт.
Это вся один. Самый красивый элеватор здесь. Въехали на гору и как бы в предвкушении, думаю, может, что красивое будет. Ну, что-то не видать, что красиво. Едем дальше. Лужайки у нас зелененькие, веселенькие. Только выключу камеру, а там красота. Видите, какая гряда гор там идет. Взбираемся, взбираемся все выше и выше куда-то. О-о-о. Офигеть. Офигеть, офигеть, красотища какая. Какую-то вершину уже опять собрались. Уж как в самолете трещат. Класс, тут у нас красотища как. Вот у людей, видите, живут с видом на вот эту вот красоту. Так, что это у нас за селение, папа? Про консультирование? С платформы, говорят, это город Ленинград. А? Что, нас там предупреждают, впереди будет переправа, да? Через 18 километров. В Жозефе каком-то будет переправа. О, прутик силы. Прикол, молодцы. Ну что, красиво тут люди живут-то, правда? Посмотрите, какие виды у них. Шикардосненькие. Почти готовые крыши продают. Ну ладно, а мы едем дальше. У-у-у. Смотри, по-моему, какой спуск сейчас будет. Ю-ху! Километр и клубника будет. То есть тот, кто у бабульки там не купил за 7 долларов клубнику, корзиночку, говорит, не расстраивайтесь, сейчас доедете, сейчас покушаете, расслабитесь. Возможно, они здесь, мы же все удаляемся, удаляемся, удаляемся от цивилизации. Возможно, здесь они уже продают по более сговорчивым ценам. Ну, видишь, как умеет, да, вот умеет. Да, 500 метров. Привлечь внимание. Давай, это, давай. Говорит, клубничка, клубничка, поднажми, давай еще чуть-чуть, держись. Ну. И? Ну. Где 500 метров? У меня вот здесь, наверное, нет? Здесь. Вот я ожидаю большой знак большой клубнички. Сожрали, унесли. О, они нет. Вот она, клубничище, смотри. Во-во-во-во. Я же говорю, где-то должен большой быть. Вот, видите, клубник вся тут. Вот. Не, ну вот там что-то вот стояло, да, загородил нам все. То есть инкогнито опять осталось не выяснено цена. Размер корзиночек. Да одинаковые у них корзиночки все. Ну, все тогда едем. Мы с тобой вот в магазине купили нашу орлинскую. С нашего острова, который входит в состав нашего города. Очень даже вкусно было, да? Слопали, аж за ушами трещало. Так, у нас сейчас какой-то спуск, сплошные знаки. Тут справа, видите, там от дороги, что проверьте тормоза, все дела, особенно грузовики. 4,5 километра идет спуск. И реклама баленов висит, если обратили внимание, справа тоже. Идут плакаты, что не пропустите, впереди киты, киты, киты. У нас тут плавают самые красивые, самые большие, самые классные киты, которые известны в мире. Это и белуги, и белый кит белуга, и большой синий кит, ну и обычные огромные киты. Они, между прочим, все уникальны, хвосты у них, как у нас, отпечатки пальцев у всех уникальны. Вот. Очень, конечно, хотелось бы нам их увидеть. Ну, не факт, что мы их увидим сейчас вообще. Самый сезон, самый пик сезона, когда киты мигрируют, это осень.
сложила. Я даже не слышу, что говорю. Секундочку. Вот. Рыба появилась. Рыба, слышу чуть-чуть. Есть, Bluetooth восстановился. Да, Bluetooth восстановился. Вот. В общем, осенью, если хотите, осенью, скорее всего, почти 100% вы увидите китов, и синих, и белуг. Мы ездили в июле в прошлом году на Сагинее, и кто-то говорил, что прямо с берега наблюдал, в Сагинее видел китов. Но мы были в Сагинее в июле тоже, но не видели никаких китов. А что было, чисто видел? Машина. В общем, у каждого... Проверяйте свою везучесть, короче. Кому как везет. Мне не очень обычно везет по жизни, поэтому я не сильно надеюсь, что мы сегодня китов увидим. Хоть погода не знаю. Ну, хоть погода, да. Нас обещали сегодня дожди. И ливень. И ливень даже обещали, да. Только капитан Дэн посмотрит. Ладно, посмотрим, в общем. Пока... Чуки пишется, едем, смотрим, что у нас происходит. Вам передаем, показываем наши красоты. Вот смотрите, видите, у людей цивильный ИЖА магазин. Это вкусный, дорогой магазин. А вот это, видите, написано, вакцинация туда. Что людей тут прокалывают, чтобы не болели. Я тоже вас всех призываю, идите вакцинируйтесь, не надо допускать болезни, будьте здоровы и счастливы. Нечего болеть всякой хренью, которая еще и мутирует, и ужас, что происходит. Так, а мы с вами двигаемся. У нас тут двигаемся крайне медленно, потому что это город, и написано максимум 50 км в час ехать можно. Вон сирень, видите, цветет, я вам говорила. Нет, это Клермонт. Клермонт. Это не Мольбе. А Мольбе, да, там еще сколько-то километров надо проехать, будет Мольбе. А Мольбе — это там, где была встреча в Большой Семерке. У нас в это время в городе нашем, потому что наш город самый крупный здесь поблизости, громили витрины, ходили антиглобалисты, все разносили. А эти здесь спокойненько встречались в этом городке, в Мольбе. Не в этом, а вот следующий, который будет. Это город Клермон. Ну, красота такая, прям опять. Уиу, долина. Впадаем вниз. Обозначит как Наукоград, и видели, там химические пробирки, что-то они тут производят. Так, это у нас Мольбе уже, где, как я вам сказала, собиралась Большая Семерка. Вот такой вот городочек, у него тут одна река впадает в другую реку, мостик был красивый, помнишь, мы ездили здесь? Церковь. А, ну вон она, да, вон и мост тот самый. Церковь. А, и надо будет опять так же поворачивать налево по этому мосту. Точно-точно. Потому что нам нужно перестроиться левее. Вот так вот поедем. По светофору. Да. До китов нам в Тадусаке. Ну, в Тадусак мы едем. До китов нам еще 70 километров ехать. А что, смотри, здесь по мосту и что-то нельзя на автобусе приезжать, грузовика. Когда мигает. Ага. Светофор, видишь? Ага. А, это со светофором. Если будет что-то бегать, значит, да, запрещено. Ага. Понятно. Включили нам, видите, такой мигающий зеленый. Это говорит, что путь вообще открыт. Уматывайте, уматывайте скорее во все стороны. Красиво здесь. Парк Меликон какой-то. О, какой тут разлив реки. Обалдеть. Может, сейчас я...
что, понравилось вам? Класс, да? А вы знаете, я окно открыла, а там какой запах морской. Офигеть, офигеть. Едем, едем навстречу к нашим дорогим китёнышкам. А там у людей такой вид. Офигеть. Вот кто живет с видами-то, да? Там гостиницы есть. Видите, море, океан. Ой, ну класс, класс. И вообще тучи-то достаточно много, Миш, так что может нас и накроет тучи. Как Капитан Дэн сейчас, да? Да, как Капитан Дэн будем смотреть. Форрест Гамп. Капитан Дэн в Форресте Гампе. Помните фильм Форрест Гамп, там Капитан Дэн? Под проливным дождем, так и мы боимся, что нам также придется... проливным дождем сидеть. Красота. Просто офигенская. Ой, коровки. Так, спускаемся с горки. Там у нас, видите, синяя даль. Это у нас река. Какая-то деревушка, церковь у них. Спускаемся, такой спуск приличный достаточно. О, маяки какие-то тут разносортные, башни. Видите, сирень опять цветущая. Школа, аккуратненько ходите. То есть мы ехать должны аккуратнее, они будут ходить. Как хотят. Как хотят, как им нравится. Сарай какой обвалившийся, и там он река, видите? Городочек такой. Сан-Симеон. И где-то здесь должен быть маяк. А где он? Где я спуск? Пока не вижу. Где спуск? Мы здесь останавливаемся. Вот да, заправки. Точно, останавливаемся на этой заправке. Там не крест светился сбоку, да. Вот здесь будет спуск к порогу.
спуск парома должен быть, как да. Михаил говорит. Мы там фоткались. Да. Сейчас посмотрим. Здесь у тебя фотки еще есть. Так, сейчас посмотрим. Классно же берег, да, красиво. Угу. И должен быть где-то спуск. Объезд. Объезд. Ты а тоже? Можно ехать? Давайте мы поедем, а тут мы с вашими объездами будем больше объезжать. Вот здесь нет, да? Здесь нет. Не, не живой дорог. Не здесь. О, а дорог какая. А вон он, маяк. Угу. Ремонтирует там все. Там маяк сейчас сбоку будет. Здесь. Вон он, видите, маяк. В общем, ремонт у них тут глобальный, маяка в том числе. Ладно, а кто асфальт съел? Тот, кто это ремонтирует. Реновация у них тут. Реновация маяка. Там маяк. Да, мы продолжаем. Впереди нас ждет Тусак через 30 километров. Идет спуск опять. Мушки долбятся нам тут в стекло. О, я узнаю уже этот пакет. Узнаешь, да? Тусак уже. Уже Тусак у нас вблизи. Тогда, значит, и включимся, как Тусак будет. Видите, уже подъезжаем к переправе. Здесь говорят, проверьте. Может, вам билеты нужны на китов посмотреть. Может быть, вам надо на переправу. Может быть, еще чего. Отель. То сплошные гостиницы. Даже вот эти все частные дома. Это все дома, где предоставляются комнаты. Такие мини-гостиницы. Честно. Едем, 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 едем. Все в предвкушении. Вон, видите, уникальная, говорит, в мире. Видите, фьорд, просмотр китов. Тут киты. Да, настоящие, большие яхты. Два года назад, по-моему, да, мы ездили? Год назад, да. Прямо в лодку сидеть? Да. Достаточно большая, не переживайте.